Кемер Анталия парк, прогулочная зона. Здесь много инсталляций всяких, много ресторанчиков, Starbucks, еще один ресторанчик. Впереди там тоже прогулочная зона. Здесь отель Кемер. Еще один ресторанчик. Впереди Марина Бухта. Ну а сейчас мы идем в Макдональдс посмотреть, чем кормят там. Здесь Туркис Резорт отель напротив. Здесь такая зона, и впереди их пляж. Ну и кто соскучился по Макдональдсу, вот можете пойти поесть гамбургеров, после все включено. У нас неизвестно, когда еще откроется. Да. А здесь вы можете не сходить. Вот так народ выскакивает. Тут зеленая зона красивая. Тех, кто соскучился по Макдональдсу, очень много. И вот цены на гамбургеры: 71 лира, 77 двойной, 76 чиз бургер, комплект наггетсы, колы, картошка 58, комплект двойной бургер, картошка и кола 79. Ну и Бухта Марина. Здесь очень много ресторанчиков, променад есть. Достаточно интересное место для фотосессий. Так, ребята атакуют якорь. Здесь 250, а свиного креветки, каламар, два вида рыба, мидия, все. А 798 без осьминога, без мидии. Хорошо? Вот рыба только вот, если хотите, можно там еще... Сфоткать. Вот, вот, мясо, да? Вот креветки королевские, 100 грамм, 162 лиры. Окунь 70 лир 100 грамм, барабулька 69 лир 100 грамм, красный морской окунь 69 лир, сибас 59 лир 100 грамм, осьминог на гриле 312 100 грамм, дорада 158. Хвост лобстера 1212. Хвост лобстера 1212 турецких лир за 250 грамм. Tengo miedo de verte y perderte los ojos.